Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и сегодня посмотрим свежий хоррор You Will Die Here Tonight. Игрушка вышла 31 октября, и к текущему моменту набрала более сотни положительных обзоров в Стиме. Статистика говорит, что более 90% обзоров положительные. Это довольно хорошая статистика для хоррора, вполне возможно что-то стоящее. Давайте посмотрим, давайте заценим. А доктор Катерина Олсон. Что-то там небольшое здание. Никогда не привыкну к этому. Это мой первый день в Эрис главном офисе. Мне стоит отчитаться перед капитаном в его офисе. Поговорите с капитаном Чарльзом. Бежите, чтобы бежать. О, надо подкрасться. Петрылом, наверное. И пинка ему дать. Вот он охереет-то. Смотри, он ствол на нас направил. Оу, никогда не подкрадывайся кому-то с пушкой у него в руках. Док, безопасность превыше всего. Да я просто шучу. Добро пожаловать в Эрис. Стрелять по людям – важная часть нашей работы. Лейтенант Эрик Даун. То, что Даун, я понял. Возьми пистолет из сторидж-бокса. И мы посмотрим, помнишь ли ты что-нибудь из своего основного обучения. Я вот ни хера не помню. Тренируйтесь с Эриком. Вот. Коробка 9-миллиметровых патронов. Взять? Конечно. Патроны для пистолета 9 мм. Так, битва. Посмотреть колесико. Прицелиться правой, стрелять левой. Перезарядка R. Сменить тоже левой. Взять милишку пробел, использовать милишка левая, противостоять врагу пробел, показать предметы Е, Е плюс это использовать, ну вроде все понятно. Избежать битвы shift. Так, хорошо. Survival guide. Ну что, давай. Возьми пистолет из storage бокса. И мы посмотрим. Так, а где storage box? А, это вот здесь. Нет? А, армори, ну конечно. Прости, док, тебе не разрешено туда идти. А так же, как и мне. Ну, по крайней мере, больше. Ага. Прости, док, не разрешено. То есть, взломать нельзя. Так, а это замочная скважина. Это гранатомет. Скорее всего. Неплохо. Экспериментальное вооружение. Подозреваю, ключ к этой комнате более продвинутый, чем может казаться. Прости, док. Так, а где же? Не забудь, если у тебя заканчивается патрон, ты всегда можешь найти больше в этих storage боксах. Я люблю оставлять их повсюду. Ты оставляешь коробки с амуницией в различных локациях, выполняя миссию? Да не беспокойся, у нас их тонны. Так, 9-миллиметровый пистолет. Equip. Наверное, пробил. А, так, под цифры. Угу, понял. Так, шотган. Не, подожди, это так.
И вот этот автоматик. Хорошо. А, надо перезарядить. Так. Давай, я возьму дробовик. Я не промахнусь из дробовика. Отличная работа, док. Сделай шаг напротив бумажного парня, и мы начнем. Первое правило пушек. Наверное, нацелься. Да это я понял, мудила. Наверное, прицеливание трата времени. Ненавижу. Нажми R, чтобы перезарядить. Хорошо. Эти бумажные цели ужасные. Поэтому я заменю их. Нажми пробел, чтобы разбить мои объятия. Не верю, ты читал мое досье, лейтенант. Так, а что это? Хорошо, пожалуйста, не навреди мне. Нам надо рукопашный бой посмотреть. Так, убери пушку и дай мне люлей. А чем больше ты позволяешь цели брать себя, тем больше кардио требуется, чтобы разбить, наверное, объятия. И кардио это для лузеров. Я не понял. Так, жмите shift, чтобы убежать. Все, обучение завершено. Охерительное обучение. Так, что скажешь еще? Вау, для доктора довольно хороша для убийств. Ну, я не такого плана доктор. Ну, я просто сказал. Ну, ты же даун, лейтенант. Эй. Убедись, что ты выложил, видимо, все тяжелое вооружение до того, как покинуло это место. Они сделали меня ответственным, потому что я что-то там делал. Так, ну тяжелое тут только дробовик. Хорошо, давайте. Как тут... Ну все, я взял только автоматы. Эй, убедись, что тяжело. Блять, а это сразу тяжелое. А, ну может одно только можно взять. Давайте возьмем автомат. Эй. Пистолет хотя бы. Пистолет-то можно взять? Может. Пистолет хоть можно взять. Так. Доктор Олсен, наконец-то вы пришли. Нам все еще требуется использовать эту комнату как лазарет. Но я, видимо, сделала много для ваших экспериментов. Ну, обустроила. Причем, почему бы вам не подойти, не сказать «Здрасте, Генри Крыся»? Здорово, Генри. Так, я сделаю небольшое обследование тебе. А мы сейчас превратимся в человека-крысу. Генри, этот укус практически прокусил кожу. Этот вид какой-то опасный. Он атаковал меня незамедлительно. Генри, да это невероятно.
А каждый член команды с ним ладил без инцидентов. Даже Майк. Я уверен, он привыкнет к вам. Возможно, он просто голоден. Возьмите аптечку для укуса. Вы получили аптечку. И сходите к капитану после того, как залатаете себя. Он хотел, так, он хочет поговорить с вами по поводу вашей миссии. Так, ну и как? Смотри, оборудование у меня все есть, и дробовик, и это в эквипменте все есть. Ни хера не. Взволнованно обучаться у вас, доктор Олсон. Так, ну, аптечку мы уже получили. Химический синтезатор. Это модель, которую вы хотели, верно? Они привезли ее на прошлой неделе. Какие-то пузыречки. Так, ну, зажмите Е, чтобы открыть хилинг меню. Все, выполнили. Так, надо поговорить с капитаном. Капитан. Майк Келли. Я Майк. Я делаю киберчет там. Ну, короче, компьютерщик. Огромные новости. Я не сменил имя. Вот ты со мной говоришь 5 минут, и это 5 секунд. А я что-то не сменил. Хрен с тобой. Так. Стол лейтенанта Эрика Дауна. Трофея. Это там какой-то бейчелошип. Эй, оставь мой второй стол в покое. А, у него здесь, наверное, ключ от этого. Он же ответственный за оружейную комнату. У него здесь ключ должен быть. Это стол лейтенанта Эрика Дауна. Трофея. И не напоминай Эрику, что у него есть стол. Он мне требуется. А, надо сходить напомнить. Короче, отвлечь и ключ. Ага, или просто он уйдет, и мы откроем оружейную. Хотите еще обучение? Да нет. Не, ну это ж неспроста. Так, брифинг-рум. Так, Mission брифинг. Короче, какой-то чувак, Джеффри Монро, приговорен за убийство первой степени. Значит, убийство кого? Сандры Монро, Эллиот Монро и Джереми Монро. 60... Сандра, ну это, видимо, жена его 67-го года, а 89-96-й это дети. Цель сбежала в какой-то Брекенридж Холл. Разрешение, так, исторической презервации. А, вы еще не получили разрешение, чтобы там выполнить миссию. Хорошо. Так, есть какой-то мудак Монро. Так, покрыто документами. Стол завален документами, включая чертежи Брэкенридж Холл. Проектор.
ждет терпеливо. Мягкий вентилятор слышен. И луч света. Посмотреть миссию брифинга? Давайте. Так, ну мы давайте картинки просто посмотрим. Так, цель. Джеффри, так, подозреваемый. Джеффри Монро. Это последняя его известная фотография. Как будто эта фотография, наверное, сделана, когда он был сотрудником. Employee Identification. Ну, типа, с карточки работника. Потерпевший Сандра Монро и Элиот Монро. Это, значит, разыскивается за убийство. Последняя известная локация. Брэкенридж Холл. Разведка докладывает, что область, которой цель находится, в общем, Брэкенридж Холл. Заброшенный мэншн где-то там в Нью-Йорке. Так, какие-то спекуляции предполагают, что цель, возможно, украла секретное вещество своего работодателя. Крупной фармацевтической компании. И называется она, наверное, Umbrella. Ну, возможно, это стало причиной, наверное, этого психоза. Что-то не сказано. В общем, какой-то интерес к этой миссии явно. Ну, в общем, фармацевтическая компания сказала, замочите, падлу. Заниматься будет доктор Катерина Олсен. Последняя запись информирует команду о встрече на крыше геликоптера в 4 часа ровно. Так, доска с деталями предстоящей миссии. Брэкенридж. Окей. Стол лейтенанта Эшли Ковальски. Редкое растение находится рядом с клавиатурой. Что ты там делаешь у ее стола? Это ее дневник? Что-то все тебе надо, мудила. Замечание будет делать. Так, а это, наверное, начальник. Сержант Жавьер Родригес. Здорово, доктор Олсен. Знаю, ваш ранг неформален. Но я... А, ну ваша должность, наверное, неформальная. Но я организовал ваш стол рядом со столом капитана. Спасибо, сержант. Я знаю, что вы были правой рукой его долгое время. Посмотрите на мемо на вашем столе. До того, как зайдете к нему. Найдете капкейк, который лейтенант Ковальский испек для вас. И когда будете готовы, капитан вас ждет. Вы получили капкейк. Это ключевой предмет. Добро пожаловать в Эрис. Небольшая заметка. Посмотрите какие-то заметки. Ну, какая-то такая гордость, что вы присоединились к команде. Ну, короче, булшит стандартный. Так, это стол Родригеса. Говорит, вы не чекнули какие-то подсказки. Немного суховат, капки. Ранее. Растения. Рад видеть вас, Катерина. Мне сказали, что оставшаяся часть обучения прошла хорошо.
А все, что остальное, наверное, я введу вас в курс дела. Рад, что вы взяли инициативу и проверили оставшихся членов команды. А что там лидерство, это очень хорошо здесь. Быть гражданским, который автоматически приходит как старший офицер, вызывает некоторую фрустрацию. Но люди здесь профессионалы. Даже если вы занимаете ранг более высокий, чем я хочу, чтобы мы пришли к пониманию. Это все еще мое отделение. Без меня в руководстве люди начнут умирать. Поэтому, когда я вам скажу что-то сделать, вы это сделаете. То есть быстро и четко. Готов начать миссию? Так, подожди. Всегда есть что-то... Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у него есть. Что-нибудь можно у него пошарить, подрезать? Какой-то баффало. Шкафчик с выпивкой. Различное бухло со всего мира. Понятно. Лампа. Шахматы. Так, какая-то партия. Да вот, застрял, не могу разгадать. Мат в два хода. Да ты лошара. Смотри, ключ. А, ключ от... оружейной. Забрать ключ? Конечно. Возьми этот ключ снова. И я выкину тебя через окно, полковник. Ты, должно быть, сошла с ума. С кем разговариваешь? Со старшим по званию. Иди унитазы почисть. Взять ключ, да? Возьми это, посмотри, шучу ли я. Сука, а записаться можно? Нет. Стрёмно что-то проверять. А ты капкейк не хочешь поесть? Ну давайте сходим, посмотрим, может кому капкейк можно предложить? Вот этому мудиле, как-нибудь отвлечь его. Он еще кого-нибудь отвлечет. Но это просто написали, это ключевой предмет. Так, надо поблагодарить тетку. Нет, здесь никаких опций нет. Никаких опций не дает. Непонятно. А ты не хочешь капкейк? Может ему дать идею какую-нибудь шахматную? Как разгадать? Ладно, не будем рисковать. Не хочется переигрывать. Начать миссию. Давайте начнем. Так, ну весь экшен, как я понимаю, будет в этом доме. В особняке. Неплохо обучение на 25 минут. Ну, может, я, конечно, тупил излишне много. А, тут и группа спецназа.
Эшли Ковальски. А мы за всех будем играть. За всех членов команды. У них, наверное, в каждого своя история. Эшли Ковальски. Моя голова чувствуется готова взорваться. Капитан. Сержант. Эрик. Это лейтенант Ковальский. Кто-нибудь слышит? Командование, вы меня слышите? Это не план. Надо найти команду, и Монро может прятаться в любом месте. И эта лампа. Она светит. Она зажглась прямо до того, как мы вошли сюда. Так, вы соединитесь, наверное, с членами команды, найдите Монро. Ты сдохнешь. Здесь и сегодня ночью. А все, что ты найдешь, может помочь другим уйти. А что-то прикреплено скрепкой. А те, кто не учит историю, обречены повторить ее. Монро знает, кто я такая. И если он знает, что я медик, он, вероятно, отделил меня от других членов команды намеренно. Ага. А этот звук, выстрел, что-то мог быть смертельным. Надо идти туда. Ага, кто-то, может, крикнул. Я звук сделал потише, потому что менюшка орала просто охерительно. Как эти двери открылись? Какая-то ловушка. Но кому-то нужна моя помощь. А бутылочку вина. Очень вкусно выглядящая еда. А что это такое? Морковка? Есть это? Нет. Не хватало травануться. А, дверь заперта. Большая замочная скважина. Ваза украшена. Разбить? Да. Три патрона. А вот смотри, еще ваза. А здесь нет патрона. Первого. Три патрона, отлично. Дедушкины часы. Так, время установлено на 12 а.м. Но это полночь. А вот 12 а.м. это полдень. Так, ну, а здесь что? Так, что-то хрупкое и бесценное. Ну, короче, непонятно. Так, ну здесь какая-то еда есть. Надо запомнить. Так. Вот дерьмо, слишком поздно. Погоди, это... А, так, обнаружить Джефф Монро, выполнено. Это же Монро. А, что-то в его руке. А, книга «Красный клевер». С
сверхъестественное, чего-то американских, ну, в общем, тех, кто приехал в Америку. Может, типа как основателей. Так, историческая книга. Это фото в Main Hall имело отношение к истории. Полиция. Кто вы такой? В общем, короче, никого не убивала до этого момента. Звук какого-то механизма. Так, надо обшарить. Что бы они ни сделали с этим парнем, у него была резистенция к боли и шоку. Ну, короче, он настолько как бы не чувствовал боли и шока, что, скорее всего, даже никакие наркотики или препараты не могли бы сделать такое. А вот сделать такую биоугрозу, это что-то, что, наверное, мог сделать Монро. Хорошо. Так, здесь заперто. Так, здесь у него больше ничего нет. Безжизненное тело. Я проверю его пульс. Ничего. Все, можно сказать, что цель мертва. Хороший мертвец, это мертвый мертвец. Посмотреть. А открыть-то можно? Какой-то стрелок. Ну, амур, наверное. Стрела отсутствует в его луке. Ага, надо найти стрелу. Этот фонтан выглядит как не на своем месте. Что-то не так с ним. Так, лужа крови. По всей видимости, Монро был первоначально ранен здесь. Небольшой сундук. Он заперт. Ага, нужен ключ для сундука. Коробка 9-миллиметровых патронов. Взять? Да, взять. А, кстати, надо зарядить пушку. Еще 3 патрона. Это растение. Растение, которое находится на мраморной поверхности. Так, приготовились. А, движение. Так выглядит, так звучит какое-то движение. Так, дверь заперта. Монро, кто-то, должно быть, шел у меня за спиной и передвинул тело. Или, ну, я проверял его жизненные показатели, ничего не было. А след крови ведет, надо последовать. Идем. Катерина Олсон. Это доктор Катерина Олсон, выжившим членом Эрис. Пожалуйста, ответьте.
Доктор Олсон, слава богу, с вами все в порядке. Я попал в ловушку в лаборатории под библиотекой. Полагаю, какой-то патоген тут разрабатывался. Да я знаю, уверенно, я наткнулась на пару несчастливых реципиентов. Чудесно. Если можете найти меня, мы могли бы что-то там сделать вместе. Я ищу всех, доктор Олсон. Ну, в общем, я в пути. Найдите доктора Олсона под библиотекой. Так, надо следы исследовать. Ну, можно посмотреть вообще, что тут есть. Может, тут патроны, там ништяки какие-нибудь. Массивный молоток. Пара каких-то огромных перчаток держит этот молоток. Хорошо. Значит, что молоток здесь? Двойная дверь заперта. Ведет в сад позади особняка. Большая замочная скважина. Как бы нам через эту замочную скважину в глаз не дали. Так, ну хорошо. Это растение. Мне кажется, что где-то в каком-то горшке будет ключ. Ну или какой-нибудь подарок. Дверь заперта. Тоже замочная скважина. А, вот она, библиотека. Так, какой-то варварский топор. Держит крепко. Так, значит, туда кровь, а наверх что? Смотри, цепи. Так, какой-то щит знатный. Щит залокан твердо цепями у этого рыцаря. Ага. Так, ну здесь что, все фигуры? Так, пешка. Ладья есть. Слон есть. Конь есть. Король есть. Королева есть. Ну все, все фигуры. А всего фигур сколько? Значит, симметрично. Ладья, слоны, кони. Это получается три фигуры. И король-королев. Пять и пешки. Шесть. Шесть различных фигур. Получается 6 на 6 на 6 на 6. Многовато. По-моему, 216 это 3 в 6, а здесь 6 в 4. Многовато. Ну, короче, 1500 вариантов. Так, подожди, а мы тут... Запертая дверь. Большая замочная скважина. Тоже большая замочная скважина. Ну, тут и комнат. А, вот смотри, горшочек. Просто растение. Здрасте. Так, ну мы вот посмотрели две... Так, ну второй этаж. Подожди. Сменить. А, ну все правильно. Мы посмотрели, да, те две комнаты, они закрыты. Ни хера не понятно. Горшочек.
А что смотреть-то все в эти замочные скважины-то? Что-то можно увидеть. Пароль какой-то. Вроде ни хера тут нет. Непонятно. Это орган. В очень неплохом состоянии. Небольшие какие-то лампочки над клавишами. Странно. Сиденье легко что-то там от органа отодвигается. Ничего, а неправильно сыграно. А, ну короче, нужно знать мелодию. Надо посмотреть, не загораются ли лампочки по бокам. Ну, может быть, хотя бы одну там, типа, это правильно, и где-нибудь лампочка горит. Портрет Клары Брэкенридж. Брошка в виде бабочки. Она носила что-то там на ее коже. Так. Портрет Роберты Брэкенридж. А у нее оса какая-то. А Бамблби, не знаю. Ну, Би это пчела, а Бамбл хрен. Ну, может, шмель какой-нибудь. Она отказалась улыбаться. Так. Монро убил всю свою семью, включая детей. Все что угодно может быть здесь. Непонятно. А, это запертые гробы. А стулья установлены для посетителей похорон. 6 стульев для 6 из нас. Кто бы это ни играл в эти игры, он играет не с теми людьми. Здесь можно пройти. А вот... Монро, а тебе не обязательно умирать здесь. Мы можем тебя подлатать. Но для этого тебе надо сдаться. Я думаю, сдаться это не та опция. Он не собирается слушать. Время драться или бежать? Сука! Он нас укусил? В мозг надо, конечно. 4 минуты. Если Монро мертв, надо сделать какой-то экстракт. У меня нет идеи... о чем мы отчитаемся, но сохранить команду, вот что самое главное. Вы обследуете труп. Вы нашли сэмпл 1540. Сделайте инъекцию, если вас вкусили. Это сэмпл. Наша вторая цель. Если что-то произошло с Монро, как-то связано с жидкостью в этом... пузырьке, мне надо вручить это. А, мне надо работать с этим очень осторожно. Так, вы нашли 5 патронов. Ну, перезаряжай. Так, еще 3 патрона.
1836. Так, 1836. Arrangement в памяти есть. Так, ну это связанные. Правильно? Правильно. Это книжка. Какая-то голубая бездна. Так, дедушкины часы установлены на полночь. Аптечка. Взять, ну ясен хрен. Так, еще патроны. Так, у нас все там. 13 патронов есть. Так, металлическая дверь. Некоторого рода ручка требуется для того, чтобы открыть. Ёпта. Урод. Сука! Как близко! Так, ну а где укус-то? Где PI там? Ну там же сказано, inject if bitten. Ну все, мы реально сейчас сдохнем. Я-то думал, что как бы потрачу это время, а употребить можно всегда. У него шприца, что ли, нет? Две с половиной минуты осталось. Я уж забыл, как эти кубики расставлены. Так, сердце... No location. Так, что-то сердце, анатомия какая-то. Ничего нет интересного. Ничего не глаз не может поймать. Большой какой-то, открыть ясен хер. Так, что тут, мусор какой-то. Так, книжка. Малышка. Так, на полках нихера. А что делать-то? Ага, все понятно. Так, 500. Ага, здесь синей книги не хватает. Книга по философии какой не хватает? Наверное, вот этой. Так, глобус. Да и понял я. Все, разгадали ребус. И куда это приведет? Посмотрим, куда это приведет. У нас полторы минуты. Может, нам доктор сделает укол? Не хватает электричества, наверное.
Так. Доктор Олсон, я добралась сюда настолько быстро, насколько смогла. Рад тебя видеть, лейтенант. У меня была вера, что ты справишься. То шансы у меня как бы будут хорошие. В большинстве исходов только капитан и я остаемся в живых. Иногда еще сержант. И ты никогда не остаешься в живых, к сожалению. В каких это проекциях? Ты вообще о чем говоришь? Это ты подстроила, что ли? Если это так, то тебе не удастся... Это не сойдет с рук. Капитан поручился за тебя. Он сказал, у тебя доброе сердце. Ты вообще кто такая? Почему ты делаешь это все? Это будет слишком долгая беседа, лейтенант. И, честно говоря, ты что-то слишком много триндишь. Так, дополнительный радиосигнал, кажется, остается доступным. Так, с Монро, наверное, на... Так. Ну, наверное, с Монро, который зомби, однако, мои инструкции... Что-то будет... Так. Остальные предоставят какую-то полезную информацию. Так, иллюминация лампы был моим сигналом, чтобы инициировать программу. Кто это делает здесь сейчас? Добрый вечер, директор. Эрис было достаточно парализовано. Продолжение с каким-то Mass Termination Protocol для оставшихся членов. Иллюминация подтверждена. Терминация инициирована. Это паразит сэмпл для завершения цели. Определенно. Так, паразит сэмпл должен быть на трупе. О, капкейк. А, она благодарит. А капкейк был действительно хороший. Отвратительный, но приятно было все равно получить. Так, вы обыскиваете труп. Так, паразит сэмпл детектив. Так, выдвижной ящик закрывается. И сэмпл мы туда помещаем. Что-то крутится, вращается. Что-то очень наукообразное. Вы получаете какой-то, ну, что-то для капель. Так, обработано. Полагаю, что все выполнено. Не точно. Что-то в южной части комнаты надо. Так. Этот 4-бэк или IV-бэк разместили. Недостаточно чего-то. Надо будет это отметить у себя где. Что тебе надо? Так, это хренотень я повесила. Достаточно. Давай свою часть сделки выполняй, директор. Я не та жалкая, это, ну, наверное, подопытная. И что это означает?
Как ты посмел зачеркнуть, видимо, меня? Я не позволю, чтобы мне угрожали. У нас была договоренность. Ты сдохнешь здесь сегодня ночью, Катерина. Все, что ты найдешь, может помочь другим убежать. Другие мертвы. Значит, сэмпл был получен. Миссия была успешна. Ничего не понимаю. Ну, поймешь потом. Но ведь моя ценность для дальнейших операций куда перевешивает ценность от моей ликвидации? Ну, кто-то хочет что-то доказать. Ну, очень хорошо. В общем, я все возьму в свои руки. Ого, нам разрешают взять полный комплект. Компьютер больше не работает. Все, нет электричества. Кина не будет. Так, а лампа? А, это сохранялка. Это сохранялка. Ну что ж, давайте, наверное, тогда здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Ну, любопытная игрушка, но, конечно, текста многовато. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. До встречи. До встречи.